Нового Иерусалимского королевства. И все эти 100 лет внутри крепостных стен шла междоусобная гражданская война. Тамплиеры ненавидели генуэзцев, генуэзцы ненавидели госпитальеров, госпитальеры ненавидели венецианцев. В общем, 100 лет банка с пауками. И вот за все это междоусобицы они просто не обратили внимания, как из Египта идет вот эта огромная большая армия мамлюков. Начинается осада этого города, врываются мамлюки туда внутрь, начинается страшнейшая резня. Убивали всех, кого на своем пути встречали. Часть людей пыталась эвакуироваться из порта. Вот это вот порт еще со времен крестоносцев, увидим мы его с вами. Часть не